Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Летом Краснодарский край ожидает 10 миллионов туристов. Готовы ли к этому отели, общепит и правоохранители, выясняли на Совете безопасности. В Сочи будут бесплатно раздавать рыбу. Речь идет о гамбузе, которая в свое время помогла Сочи победить малярию. Осторожно, очень красиво. Специалисты дендрария рассказали, какие растения могут испортить отдых. Девочки, цветочки, котики. Тема сейчас актуальна в Сочи, причем у художников тоже. Завтра в художественном музее откроется выставка Игоря Девишева. На курортах Краснодарского края с начала года отдохнули более 2,5 миллионов человек, а летом количество туристов превысит 10 миллионов. И сейчас главная задача – обеспечить туристов комфортными условиями и безопасностью. Как это сделать, обсудили на координационном совещании в Геленджике, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. На встрече оценили готовность пляжей, дорог, кафе и ресторанов к приему гостей со всего мира. Также глава региона прогулялся по знаменитой набережной города и посмотрел проект нового парка в 30 гектаров. Подробнее об этом расскажут наши краснодарские коллеги. Сочи, Анапа и Геленджик стали самыми популярными направлениями россиян на майские праздники. Кубанские курорты приняли около 400 тысяч туристов. Приморские города приезжали, чтобы насладиться видом или просто отдохнуть. А некоторые, несмотря на переменчивую погоду и прохладное море, открыли сезон купальный. Официально курортный сезон откроется только 1 июня, но уже сегодня важно обеспечить безопасность и правопорядок там, куда стремятся отдыхающие. Один из таких городов – Геленджик – сегодня посетил Вениамин Кондратьев. В первую очередь вместе с главой города губернатор осмотрел центральный пляж. Вход здесь есть? Да, вход также, вон там вход. И для людей с ограниченными возможностями, Иван Иванович, вот. Детские зоны для купания. Я хочу сказать, что достаточно хорошего уровня сегодня пляжи в Геленджике. Это однозначно, по крайней мере, то, что мы увидели. Я думаю, что если мы вот в таком же их режиме будем поддерживать, в таком состоянии в течение всего курортного сезона, ну, конечно, это не может не радовать отдыхающих. И сегодня стратегическая задача сделать так, чтобы эти впечатления с людьми жили до следующего курортного сезона, и они снова захотели сюда вернуться. Поэтому это не только перед началом сезона, это в течение всего сезона курортного мы должны вот, пляжи именно держать в таком состоянии. Первый серьезный поток отдыхающих уже потянулся в Геленджик. Только за майские праздники здесь отдохнуло более 100 тысяч человек. Прогуливаясь по городу, губернатор оценивает готовность кубанского курорта к наплыву туристов. Говорит, на майские праздники было много. Хорошо было. Хорошо было? Ну, надеемся на лето. Что, готовы? Осталось-то. Да, сейчас готовы, школа все закончится. Родители деток с собой и Геленджик. А вы уровень держите. Уровень. Стараемся. Будем рады видеть вас в гостях. Геленджик поистине народный курорт. Здесь есть гостиницы и пансионаты для любого бюджета. Да и насладиться традиционными приморскими блюдами можно как и в ресторане, так и в небольшом кафе. Вениамин Кондратьев отметил, отдых должен быть комфортным для людей с любым уровнем достатка. В Геленджике есть и дорогие рестораны, есть среднего класса, а есть и вот такие. И они должны тоже быть. У нас демократичный курорт Геленджик для всех слоев нашего населения. И социальных уровней для всех. Это главное, принципиальное отличие Геленджика. И мы его должны сохранить. В Геленджик ежегодно приезжает около 4 миллионов туристов, отдыхающих, которых уже не удивишь морем и пляжем, предлагают заняться парусным и подводным спортом. Тем более, что в курортном городе скоро появится такая площадка прямо на набережной. Также мэр Геленджика Алексей Богатистов представил губернатору проект нового парка площадью более 30 гектаров. Это примерно 40 футбольных полей. Кроме зеленой зоны будет серфинг-центр 45-метровой волной, ледовый каток и концертная площадка на 3000 мест. Вениамин Кондратьев подчеркнул, в первую очередь при строительстве таких объектов нужно ориентироваться на желания людей. Вот мы должны только не ошибиться, вот, что будет являться приоритетным для них досугом, развлечением, приоритетным. Это надо оттолкнуться от жителей, от их мнения, коллеги, отдыхающих. И вот сегодня, когда мы парк как центр сделали магнитом, то инвесторы высказали желание уже обрамить парк уже дополнительными досуговыми центрами для того, чтобы, естественно, зарабатывать. Вот здесь все должно остаться для горожан, жителям, тем, кто будет потом жить в этом городе и отдыхающим. Выиграем все мы вместе взятые. Парк этот не может, ни одна сотка не может продаться, ни одна.
Более подробно о подготовке края к курортному сезону говорили уже на координационном совещании. В нем приняли участие руководители силовых структур края, главы прибрежных территорий, а также представители санаториев и отелей региона. В начале заседания Вениамин Кондратьев делится впечатлениями от сегодняшнего посещения Геленджика. Современные отели, чистые улицы и прибрежные зоны, конечно, радуют глаз туриста. Но и здесь есть что доработать в вопросах безопасности. В частности, это касается набережных, которые должны быть открыты только для пешеходов. И сегодня мы по Геленджику, когда с коллегами проехали, безусловно, есть курортная составляющая, которая говорит о том, что город Геленджик, как курорт, естественно, делает все, чтобы стать курортом более массового посещения, пляжи в хорошем состоянии. Но вместе с тем, вот выехать на эту красивую набережную можно беспрепятственно. И неважно, хоть на КамАЗе, хоть на любом транспортном средстве. Вот, Алексей Алексеевич, каждую набережную, начиная от нашего Азовского побережья, кончая Сочи, вот просмотреть в тестовом режиме, комиссионно и доложить. Такие встречи в рамках координационного совещания проводятся для того, чтобы сверить часы прямо перед началом курортного сезона. И здесь нужно говорить напрямую о проблемах, которые могут сорвать безопасный отдых туристов, напоминает прокурор края. Вот момент, который звучит в докладах. Обтекаемое. Вот не услышали мы, да, потому что я сегодня вот не сделал вот это, нет вот это. Нету этого. Не нужно прятать. Оно все равно выплывет наружу. Нужно вовремя увидеть свои недостатки своих коллег и начать их исправлять. А для этого мы и спрашиваем, что нужно для того, чтобы исправить эти проблемы и вопросы. От жителей и гостей края поступают жалобы, что нередко владельцы арендованных пляжей закрывают проход к морю. Чаще всего это происходит в Туапсинском районе, Сочи и Геленджике. Такой подход из 90-х губернатор назвал неправильным. Некоторые осмеливаются даже брать плату за проход к морю. Яркий пример – Бугасская коса. Здесь, если они находятся у санаториев, эти пляжи, я не против. Пусть ухаживают, пусть в первоочередном порядке для тех, кто находится в санатории, места, лежаки там, может быть. Ну и все, кто мимо проходит, они тоже имеют право зайти на этот пляж. Вот за этим надо тоже следить. Я и глава муниципальных образований обращаюсь. В том числе и тем, кто осуществляет надзорную функцию фискальную. Не может такого быть, чтобы если пляж у санатория, больше на него никто зайти не может. Не может по закону, по нашему, по федеральному законодательству. Создать комфортные условия бесплатно лежаки могут выдавать для тех, кто проживает в этом санатории, отдыхает либо лечится. Могут. Ну а все остальные могут также туда прийти, только уже лежат брать за деньги. Услуги пляжа предоставляются за деньги, платно, не вопрос. Но зайти может любой. В своем докладе временно исполняющий обязанности начальника МЧС по краю Иван Лунев отметил те муниципалитеты, в которых остро стоит проблема купальных зон у водоемов. Некоторые из них не подготовили к курортному сезону. Не получена информация по оборудованию организованных зон купания на территории 26 муниципальных образований степной зоны, которые вот здесь представлены на слайде. Также, как показывает предварительный прогноз, планируется сокращение 22 пляжей, в том числе 11 в городе Сочи, 10 в Темрюкском и 1 в Приморско-Ахтарском районах. Буквально в качестве справки, Вениамин Иванович, у нас с 2013 года на сегодняшний день количество пляжей уменьшилось на 68 единиц, более чем на 10%. И это тогда, когда количество отдыхающих на территории Краснодарского края ежегодно растет. Ну, вот эти вот главы муниципальных образований, которые не подали заявки на эти купальные зоны, но не будет у вас купальных зон. Не будет. И, знаете, это не у вас не будет, здесь, наверное, неправильно, у жителей этих муниципальных образований, 28, не будет купальных зон. И кого вы обманываете? Сами себя. Ну, ведь правильно сказал Иван, все равно пойдут купаться, дети пойдут купаться, вы им не запретите. И вместо того, чтобы упорядочить и создать купальные зоны, сказать, вот здесь и вот здесь можно купаться, мы вообще ничего не создаем. Ну, кому такая работа нужна? К курортному сезону подготовлен личный состав ведомства МВД России по краю. Он перейдет на усиленный режим работы. На особом контроле безопасность детей. В этом году здравницы края примут порядка 780 тысяч ребят. Из них 200 тысяч из других регионов. Успешно ли пройдет высокий летний сезон в крае, зависит от каждого, подчеркнул сегодня губернатор, обращаясь к главам районов и представителям силовых структур. Но оценку в конечном счете поставят отдыхающие, которые уже готовы вернуться на кубанские курорты. У нас такого воздуха нет, во-первых, моря нет. Вот. И вообще здесь народ весь добродушный такой. Я вообще в восторге от Анапы за ее чистоту и за ее оформление.
Город очень чистый и есть много площадок детских, где отдохнуть, кафе, ресторанов. И люди очень доброжелательные. В целом город очень хорошо благоустроен. Все убирают, везде зеленые насаждения. Мне очень нравится. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань-24, Геленджик. В Сочи прошла научно-практическая конференция на тему устойчивое развитие экономики региона. Свое мнение высказали ведущие экономисты России. Сочи к 2030 году должен стать городом-курортом мирового уровня. Это заложено в стратегии развития Краснодарского края. В Сочи главная прибыль от санаторно-курортной отрасли. Сегодня город развивается динамично, и реагировать на происходящие изменения необходимо быстро. Инфраструктура рассчитана на одно количество людей, да, и горожан. Сегодня их гораздо выше. В том числе количество рабочих мест, в том числе социальная история. То есть это и детские сады, да, и школы, образовательные учреждения. Это и медицинское обслуживание и так дальше. И вот задача, наверное, главы сегодня муниципального образования – это предпринимать все возможные меры для того, чтобы баланс не был нарушен. Вот именно устойчивое развитие подразумевает под собой сохранение экосистемы города, потому что мы не должны, у нас не мегаполис, мы не стремимся стать мегаполисом, мы курорт. Один из показателей успешной работы властей – уровень жизни горожан. Также оценивается и то, насколько сложно или, наоборот, легко людям трудоустроиться. Кстати, в Сочи самый низкий уровень безработицы по краю. Заслуженные награды получили кубанские школьники. 173 победители, призеры научных олимпиад и конкурсов собрались в историческом парке Краснодара. За достижения в учебе им вручили дипломы, медали и ценные призы. Для детей такое поощрение стало еще одним доказательством, что науку они выбрали не зря. Я бы хотела связать свою жизнь с иностранным языком, с французским, потому что уже он стал такой неотъемлемой частью моей жизни, что я не смогу с ним расстаться. Думала либо с лингвистикой связать, преподавать этот язык детям, либо международные отношения, чтобы разговаривать с другими людьми на этом языке. Все победители, которые пройдут по конкурсу, и отдельно, конечно, надо выделить это всероссийскую олимпиаду школьников. Все победители, они без экзаменов поступают в любой вуз страны. Победители других региональных наших конкурсов олимпиад, они имеют также преимущественные определенные баллы при поступлении в вузы. Количество олимпиадников в регионе с каждым годом растет. Для того, чтобы молодежь покоряла новые вершины, в крае создают все условия. Так, в ближайшие годы сразу в двух городах, Сочи и Краснодаре, появятся школы для одаренных детей. Это один из приоритетных проектов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 18 мая в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 27-29 градусов выше нуля. Компания «Соут» приглашает на международный форум пивоваров в Сочи. Более 250 компаний из 40 стран. С 21 по 23 мая. Место встречи – Гранд-отель «Жемчужина». В Сочи будут бесплатно раздавать рыбу. Речь идет о гамбузии, которая в свое время помогла Сочи победить малярию. Гамбузия поедает личинок малярийного комара. С 20 мая в рамках городского проекта «Гамбузия. Золотая рыбка Сочи» эколого-биологический центр начинает бесплатную раздачу гамбузии местным жителям, представителям ТОСов и садовых товариществ, образовательных организаций, муниципальных и частных предприятий. Рыбку нужно выпустить в соседние с домом или предприятием водоемы. Вместе с рыбой выдается и памятка по ее содержанию. Получить несколько особей можно по адресу улица Альпийская, 5, по будням с 10 до 16 часов. Осторожно, очень красиво. Буйная южная растительность стала темой пресс-тура, который организовали в парке Дендрарий. Журналистов позвали неспроста. Яркие цветы с приятным ароматом, резные листья, необычные стебли – все это привлекает массу туристов. Хочется нарвать букет, сфотографироваться в обнимку с деревом или заварить настой из листьев. Однако эта красота опасна. Что не стоит трогать или вообще нюхать, узнавала Елена Овсецина. Красота, утверждают дендрологи, бывает опасной, и лучше ею любоваться на расстоянии. К сожалению, нередки случаи отравления южными растениями. Кто-то решил попробовать семена, кто-то заварить листья неизвестного кустарника, как чай. Чаще всего гости курорта впечатляются олеандром. Очень уж он красиво цветет. Туристы срывают веточки, не подозревая, чем это грозит. При срезании, при обработке этого растения выделяется сок, который, также попадая на кожу, может вызвать раздражение.
раздражение, и причем достаточно сильное. Даже, казалось бы, безобидная лекарственная лавровишня или душистая жимолость имеют как полезные свойства, так и противопоказания. Нельзя, например, из их веток делать шампуры. Около метельника прутьевидного не всем можно подолгу находиться. Его аромат вреден для тех, кто склонен к аллергии. А семена вообще ядовитые. Просто надо помнить, советуют биологи, красивые растения часто бывают коварными. Декоративная мелия, она встречается на улицах нашего города, чаще всего в Адлере. Люди обращают внимание на фиолетовые цветы и необычные крупные ягоды. Но и листья, и цветы, и плоды ядовитые. Отваром этого растения борются с обшитовой огневкой в тех случаях, когда нельзя применять химию. То же самое можно сказать о вечно зеленом кустарнике Цеструм паркви. Он токсичен. Конечно, руки после него помою, потому что все равно какие-то вещества ядовитые содержатся в листьях. Но самое ядовитое у цеструма, который происходит из Южной Америки, это недозрелые плоды. Несколько плодов могут привести к летальному исходу. Среди опасных экзотов сочинской флоры – гривелия розмарино-листная. Может вызвать сильное раздражение кожи. Даже алычу, молодые плоды, которые весной любят срывать дети, нужно есть с осторожностью, косточки не разгрызать. В них содержится синильная кислота, которой можно отравиться. Конечно, от одного плода плохо не станет, однако специалисты предупреждают, оставить память об отдыхе лучше в виде фотографий, а не записи в медицинской карте. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В молодежном микрорайоне Краснодара появится зеленая зона. Вениамин Кондратьев вместе с мэром города Евгением Первышовым сегодня осмотрел земельный участок, на котором планируется строительство парка. О том, что в этом районе, где идет массовая застройка, нужна благоустроенная зона, не раз говорили местные жители. В 2014 году территория площадью 4,5 гектара была передана по договору строительной компании для возведения новых домов. С тех пор активисты и общественники начали бить тревогу. За помощью они обратились к губернатору. Вот я проехал, конечно, и дома тоже, ну, скучными их не назовешь, но достаточно плотненько друг к другу. Площадки как-то детские, там одну увидел, правда, там что-то такое есть. Но явно вот в этих междомовых территориях маленьких жизнь комфортную не создать 100%. То есть должна быть какая-то отдушина, должна быть общая территория, общая общественная территория для этого всего большого микрорайона. Вот в чем смысл. Я здесь с вами абсолютно согласен, что, конечно, вот эта территория, она может быть этой отдушиной для всех. Уже известно, что арендатор вернет земельный участок в собственность муниципалитета, а взамен ему будет предоставлен альтернативный. Губернатор поручил мэру Краснодара заняться обустройством зеленой территории и продумать вместе с жителями проект парка. Девочки, цветочки, котики. Сейчас актуальны в Сочи. В художественном музее завтра состоится вернисаж Игоря Девишева. Проект специально подготовлен к Ночи музеев. Центральную часть экспозиции занимает почти 4-метровый арт-объект «Котик Сочи». Этой темой автор увлекается на протяжении 5 лет. Он был удивлен обращением сочинцев к котам. Здесь, по его мнению, они живут вольготно и их все любят. Идея подготовить выставку возникла в прошлом году, но с названием возникли трудности. Когда я людям спрашиваю, девочки, цветочки, котики, как, нормально? Говорят, это не серьезно, так нельзя называть, что это нехорошо. Я мучился, а потом говорю, нет, я так назову. А все говорят, ну и правильно, хорошо. То есть людей не поймешь. Зато работы автора вполне понятны. Девишев специально делал графические рисунки девушек и котов на больших текстильных панно, чтобы каждый мог разглядеть в них характер и манеры. Кстати, черно-белые композиции выбраны специально, по мнению художника, в жизни и так много цвета. Отмечу, что картины Девишева хранятся в частных и музейных собраниях России и за рубежом, а эта экспозиция в художественном музее будет доступна для просмотра до 2 июня. Руководитель Сочинского симфонического оркестра уезжает в Берлин, но не навсегда, а для презентации оркестра за рубежом. На этой неделе в Сочи была записана композиция, которая будет звучать в городской ратуше Берлина. Там открылась выставка, посвященная знаменитой картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лупченко создавал партитуру в рекордные сроки. Теперь настало время оценить результат на месте. Там написано, что это наш играет сочинский оркестр. Я очень горд за наших ребят, потому что Берлин – это на сегодняшний день одна из мировых культурных столиц. И
очень рад этому, потому что сегодня этот оркестр может выполнять и реализовывать самые разные, самые сложные, самые смелые творческие задачи, не хуже, чем это делают в столицах. 19 июня в Сочи завершится концертный сезон. Впервые оркестр исполнит грандиозную 13-ю симфонию Шостаковича «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Специально для ее исполнения приглашен солист Гамбургской оперы, давний партнер по сцене Антона Лупченко Владимир Байков. В концерте еще раз прозвучит программа «Военные письма», подготовленная ко Дню Победы. Юные хоккеисты разыграют в Сочи Кубок Союза. На льду тренировочного центра для фигурного катания и шорт-трека состоится международный турнир по хоккею с шайбой. Игры будут проходить с 18 по 22 мая. На лед выйдут более 100 юных хоккеистов. Кубок Союза – это идея оргкомитета хоккейного клуба «Союз». Он был создан на курорте в 2014 году. На протяжении нескольких лет оргкомитет проводит различные турниры и сборы, собирая команды из разных городов России, тем самым развивая хоккей в Сочи. Вход на все матчи свободный. В Сочи в пятый раз состоится зеленый марафон. Мероприятие пройдет 1 июня в Олимпийском парке. Регистрация участников стартовала на сайте greenmarathon.ru. Забег приурочен ко Дню защиты детей и пройдет в 59 городах России – от Калининграда до Владивостока. На юге России география забега расширяется с каждым годом. И в этом году, помимо Сочи, зеленый марафон пройдет в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте и Владикавказе. Участникам марафона предстоит одолеть дистанцию в 4 километра 200 метров. Предусмотрены и забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Чтобы выйти на старт, нужно заполнить заявку на сайте. В марафоне примут участие общественные деятели, представители бизнеса, а также корпоративные команды. Старт забега в 10:30 в Олимпийском парке. Центральный вход от ЖД вокзала. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях, радист на 56-й кнопке и в телепакетах Билайн на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.